Для дискредитации Мухтара Аблязова президент Казахстана Нурсултан Назарбаев почти открыто использует в связи своего советника, британского экс-премьера Тони Блэра, пишет Алма Шалабаева в своем открытом обращении. Услуги Блэра обходятся казахстанцам в десятки миллионов долларов. Эксперт Amnesty International по вопросам контртерроризма и прав человека в Европе и Центральной Азии Джулия Холл комментирует: «Объявление человека в розыск по линии Интерпола совсем не означает немедленный арест и экстрадицию». Прежде всего, стоит заметить, что господин Аблязов находится в списке людей, разыскиваемых Интерполом, а это не является постановлением об аресте. Это уведомление, которое публикуется на сайте Интерпола для всех стран-членов сети. По информации госпожи Джулии Холл, некоторые страны используют Интерпол очень своеобразно. К сожалению, в реальности многие страны, включая и правительство Казахстана, очень часто злоупотребляют данными уведомлениями и используют их в качестве преследования оппозиционеров, защитников гражданских свобод и, в принципе, любых лиц, которые они могут расценивать угрозой. И это злоупотребление понятием «красное уведомление» является большой проблемой в системе Интерпола. Президент Ассоциации прав человека в Центральной Азии Надежда Атаева сегодня сомневается, что Мухтар Аблязов будет выдан Казахстану. Поскольку господин Аблязов находится под международной защитой в соответствии с решением Великобритании о предоставлении ему политического убежища, то Франция будет обеспечивать международную защиту, как и обязана это делать любая страна, подписавшая и ратифицировавшая эту конвенцию. Главное препятствие для выдачи Аблязова – пытки в тюрьмах Казахстана. Если адвокаты и сам заявитель смогут доказать о том, что ему грозит опасность в соответствии с 3-й статьей конвенции ООН против пыток, то Франция, конечно, встанет на защиту Аблязова. Если он, так сказать, будет в данном случае не совсем активно проявлять свою позицию и предоставлять необходимые доказательства, то, естественно, Франция займет, так сказать, принципиальную позицию, и не оказавшись, если, так сказать, ее не смогут убедить, то он будет выдан. Это худший вариант воссоединения для семьи Мухтара Аблязова. Его супруга Алма Шалабаева выражает надежду, цитирую, что наступит день, когда правда и справедливость восторжествуют.